На видео вы встретите три классических схемы по удобрению цветов. Также в конце узнаете, почему в таких вот видео мы общаемся благодаря видеосхемам. Так, поехали. Знаете, когда у меня мама промывала рис, я заметил, что остается очень много такой жидкости и решил попробовать. А что будет, если дать эту жидкость цветам? Вот в очередной раз мама замочила рис. Я слил воду и полил этой неразведенной водичкой спатифилумы. В результате чего цветок через час, знаете, вот сейчас сухость в комнате, но даже при обработке листьев с пульверизатора, они такие поникшие. А после того, как по влажной земле полил рисовой водой, они вмиг ожили. Реально, там за час цветочки, листочки берут и поднимаются. Может, замечали такое? Эффект очень интересный и мне понравился. Теперь каждую неделю стараюсь повторять данную процедуру. Вскоре мы с вами перейдем уже на грядки, и там будем более детальные видео снимать, а также буду более детально показывать то, что растет на подоконнике. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до скорой встречи!